Вот первый вопрос Евгения Цванкина. Как грамотно поднимать относительно нормальный гемоглобин при ферритине около 8 и сывороточном железе по нижней границе нормы? Ну, я бы здесь применила препараты железа в профилактических дозах. Раз гемоглобин, ну, непонятно какой, но он относительно нормальный, и все-таки в крови сырочное железо присутствует, ну и ферритин тоже по нижней границе, так скажем. Не надо забывать о том, что железо – яд, и перегрузка железом организма тоже вредна. Поэтому здесь вполне можно применить. Дополнительно, естественно, мы собираем анамнез, как человек питается, да, то есть может быть здесь балансировать диету, побольше употреблять мясо, не быть вегетарианцем, там, сыроедом и так далее. Ну и плюс менструальный цикл. То есть если он обильно протекающий, то может быть подключать к терапии гинеколога.